11 часов в месяц на небе. Церковь, в которой я никогда не была, а детей вот из школы гоняют. Я немного на разведку схожу. Постоянно приезжаем сюда. Я никогда в Трибли не прогуливалась. Не смотрела, что тут находится рядом. В школу рановато приехали. Обычно возле церкви кладбище. Я думала, что здесь оно и есть. На самом деле здесь какая-то поляна. И, наверное, какой-то церковный двор. Вот так вот. А может быть и чья-то земля частная. Куча дров. Внутри в церковном здании свет какой-то, смотрю, горит. Значит, что-то происходит у них там. Даже не знаю, вообще это свободный типа вход или нет. Ага, окошки открыты. Интересно. Никогда здесь не было вообще. Закрыты. Ну да, обычно в маленьких, если это не в городе, закрывают и открывают только когда какие-то эти, как они говорят, миссы. Вчера была в гостях с дочкой у наших новых знакомых, у зрителей. И очень нас классно встретили. Накрыли вкусный стол, хорошее вино. И хочется сразу спасибо большое сказать, привет передать. Возможно, они посмотрят видео, потому что уже должны будут вернуться домой. А мы сегодня до города. У нас, кстати, школы не работают на следующей неделе дольше, чем планировали. Начинается ограничение. В общем, должно было быть 3 дня отдыха. Блин, на меня нападает эта оса. 3 дня отдыха должны были быть. А в итоге добавили еще 2 дня, чтобы дети оставались дольше дома. Следующая неделя целая. Нет школы. И девчонка смотрит с лавки, что я снимаю. Школы нет. 2 дня будет онлайн, которые должны были ходить. А дальше посмотрим. Все надеются, что нас не закроют, не прикроют. Мы не дрейфим, конечно, не боимся, но я сегодня закуплю кое-какие вещи, потому что будут, возможно, закрывать такие вот магазины или ограничивать вход, всякие сувениры, вещи, мелочи, глупости, только еда и необходимый товар. Поэтому, чтобы потом не бегать, не прыгать и не искать по другим магазинам, закупимся. Сейчас смотрели этот перед садиком и школой парк. Но он не закрытый, могут все, конечно, заходить. Так-то вроде ничего. По нему люди ухаживают, но, конечно, многое запущено. Школу, вернее, садик новый открывают дальше по улице с огромными вложениями. Но кто будет входить в этот садик, непонятно. Какую-то фигню кинули прямо под этой... на остановке, так сказать. Ладно, я вырубаюсь, и мы в город. Что-то ребенка все еще нет.